vezes, cara. Total. Как живет венский концерт хаус. Прекрасно. Такие вот комнатки у них для переодевания. Ну вот, в общем, и все. Так вот нам стали возить одежду в таких штучках. Ну, либо пойдем. Вот он, красавчик, концерт хаус. Не первый раз играем. Все поражает. Насколько здесь красиво. Привет, Сань. Буфет, концерт хауса, дофойе, все в венском стиле. Привет. Еще один буфетик. Тут в основном выпивон. Thank you.
Эльф-филармония. Вот здесь живут трубачи. Смотрим. О, Василий, привет. Ты тоже снимаешь? Андрей. Здорово. Вот видишь, как живут трубачи. Мы их вообще не слышим. Хотя не занимаются. Володя, не закрывай. А вот тромбонисты так живут. У каждого своя комнатка. Шкафчики. Хорошая акустика. Да, и такой вид. Ой, какая красота. Вот так вот. Люди занимаются и смотрят на Эльбу. Такая дырка сделана здесь для проветривания. Такая, откуда слышно трубачей? Кораблики. Вот так вот. Вот бастромбонисты занимаются верхним регистром. Пошли, уже время. Да, пошли, пошли. Вот тут, видите, тут лампочки всякие, кондиционер и прочее. Виола. Вот у них побольше класс, маленечко. Такой прямо. Жерар занимается. Привет, Жерар. Привет. Как дела? Хорошо. Вот здесь так вот сделаны крепления для инструментов. Вешается вот так тромбончик. Тут фаготики должны стоять. Вот так вот. Висят тромбончики здесь. Красиво. Сегодня будем играть концерт в церкви в Милане, в котором Реквием Верди сыграли первый раз.